Да. Всем привет, ребята! С вами я, Сокулик в Майнкрафте. Сегодня со мной Вера в Майнкрафте. О, там железка. Привет. Да. И сегодня мы опять появились. Мы появились именно в этой шахте. Именно. Да, именно. И сегодня будем добывать ресурсики. Вот как вот этот мостик. Мы тут несколько раз тут полюбовались, да. И сегодня надо как-то выжить. У меня ресурсы довольно теперь у нас их много есть. Вот. В общем-то, так сказать, у нас здесь также херобринские вещи. Есть такие вот алмазные лопаты и все такое. Все, начинаем. Поехали. В общем так. Я буду добывать вот это вот железо. У меня есть как раз каменная кирка. У меня есть росток дерева и земля. Вот. Сейчас добудем железка. О, там есть еще. Блин, очень много железа. Может, сегодня мы на шахте найдем алмазы? Ну, не знаю. Ну, может и быть, может и алмазы. Мы когда-то нашли одну алмаз. Да, один алмаз вы сделали алмазную лопату. Да, у нас здесь алмазная лопата, и будет все так круто, вот. В общем, да, у нас здесь книга чарований, и можем сделать, ну, наковальню, чтобы чаровать все, или починить, вот. И, а также у нас здесь много железка. Мы будем целый комплект в шахте жить. Да, да, короче, будем в шахте жить. Надо пойти вот именно в этом мостике. Вот. Надо вот так вот пойти. Ой, углез. Но я его обязательно потом добуду. Так, надо спрыгнуть. Вот на счет три. Раз, два, три. Опа, бегаем. Улик. Опа, наконец-то. О, железка, откуда оно там взялось, я не понимаю. Надо ее обязательно добыть, потому что я люблю камни как железу. Я сокулик в Майнкрафте, я люблю железо. И алмазики. В общем, сейчас я пошел. Еще. Алмазики самые крутые, да? Железка тоже крутое, ну золото вообще дурацкая, это нубская штука. Вообще круто. О, супер, теперь, о, лава какая-то, привет, лава, так, у меня есть золотое яблоко, и ой, у нас очень... а нашим ребятам ничего не видно, да, мы почему-то, о, там есть как раз по килам, реально кто-то жил без нас, вот, мы тут добывали несколько угля, там камни, и вот тут вот мы такие... Все и делали. Вот тут вот у нас была лава, тут мы остановились ее. Так, а теперь я хочу вырастить тут дерево. У меня как раз здесь много вкусной муки. Факелов-то нету, ну хотя есть много угля. О, дерева-то нету, ну мы их обязательно вырастим. Факелов-то есть. Сейчас вот так вот сделаем одну платформу. Смотрите, и в общем эта платформа заключается в том, что где факел, вот, где факел, вот он все положил на нее, и эта платформа, в этой платформе будем выращивать наши деревья, вот, возьмем косынку и выращиваем, так, что-то заколдованное дерево, оно не вырушает. Давай еще сделаем. Надо еще факелок забрать, наверное, да? Там надо забрать вообще этот фотолог и положим сюда. А теперь что будет расти? Ну-ка. А, нет, это пока что... А, земля маленькая. Потому и не будет наше дерево расти. Потому что там... Ночь. Там внизу камень. Где? Вот, раскопай землю. Да. Вот, здесь там камень. Да. И он не может расти. Да может. У него вообще, ну, у него бесконечные корни. Да не получится. Блин, да какие тупые вообще косники. Надо в клав где-то тут вот. А, уже не будет расти из-за света, вот. Потому что свет должно быть много, а тут мало. Тут всего 4 клава. Потому что он не живет в шахте. Да, реально. Теперь ты будешь расти? Так. Ну-ка. Нет. Все равно не будет. Надо, чтобы он наверху. Да блин. На шахте. Да блин, он не будет расти. Ну, все, пойдемте добывать ресурс. Ну, давайте. И как будем положить нашу вторую деревце? Мы сейчас сделаем вот так вот. И посложим тут наши новые факела. Вот так вот все. А сюда положим наши
второе дерево. Я думаю, ну давайте вот где-нибудь вот сюда. А скоро и будем делать нашу, ну, высокое место. Это называется летающий остров. Мы скоро будем его делать. Все, пошли добывать ресурсы. Нужно факел сказать. Да, да, но у нас же нету дерева, так что придется пойти наверх. Вот. В общем, надо положить верстак. И знаете почему? Знаете почему? У меня есть кактус. И в общем, надо скрафтить себе печечку. Печку. И надо переплавить все железки. Вот у меня есть уголь. И давайте переплавим нашу железо. Ой, блин, кнопку выбросил. И давайте сейчас будем добывать верстак. Возьмем его. Какой крепкий верстак. Сейчас положим сюда печь, положим уголь и положим железка. Все. Пусть покажу, пока что переплавляется, а я пока что пойду за деревом, вот, и скрафтить себе факела. Хотя я могу отсюда брать. Давайте один заберем всего лишь. Всего лишь один. Ну ладно. Думаю, один будет хватать. А сейчас мы скрафтим потом наковальню, чтобы все чаровать. И скрафтим. Когда мы найдем алмазы и сделаем железную кирку. У меня реально много железа. И ой, ночь. Но я все равно отключил монстрика. Вот их нету больше. А теперь мы сейчас попробуем. Так, положим сюда фиколок. Опа. О, железо. Повезло. Ну хоть какой-то ресурс нам выпал. Да мы всегда железо добываем. Да, у нас надо хоть золото. Ну хоть золото, ну хоть алмаз. Ну золото не очень красиво, ну золото хоть это. Алмазик. Ну да, ну хоть один алмазик. Один? Зачем? Ну ты хоть один, чтобы. Ну да нет, мы же все. А то нету вообще. Да, у нас. Или вообще... три. Да. Стоп. И за три алмазика надо, можно сделать кирку из. Можно из алмазной кирки сделать изумруд. Если мы найдем изумруд. Ну не знаем. Мы давно уже в этой пещере устраиваем всякие приколы, приколы, и я не знаю, будем ли найти алмазы или нет. Мы уже давно в этой пещере. Ну, делаем уже факелы. У меня есть уже факел. Один. Ну, ничего страшного. Один-один. И что? Один-один. Ну, один тоже. Вообще-то, это нубик. Только один используется. Ну, вообще-то там для дерева надо еще факел, а вот, хотя там есть, там надо пойти и посмотреть, там все допереплавилось, потому что у меня железа реально много, и надо положить дальше мои железки, вот. Сейчас возьмем их в руках, у меня есть также два ненужных динамита и одна ненужная кнопка, которую мы только сейчас ее взорвем. И наконец-то да найдем алмазики. Мы зарвем один штук стак. О, и печка переплавилась. Так, супер. А, всего лишь 7. Ну ничего страшного. Положим новый уголь. И не понимаю, как будем крафтить факела, если у нас нету. Где? Ну, если у нас нет вообще. Нету палок. Я не понимаю, как их будем крафтить. Ну, придется. А давай один кусочек. Кусочек. Ребята, знаешь, я думаю, зачем мы не можем факел скрафтить? Потому что наши ребята не поставили лайки. Ну да, да. Ну, не знаю. А хотите, я вам расскажу одну страшную историю, как один мальчик и девочка не подписались на канал. А ну подписайтесь, а то взорву динамитом. Быстрее. Или придет ваш херобрин ночью. Да, и он вас всех убьет. Вот. Кто смотрел видео «Школа монстров» Херобрина, поставьте лайки и напишите в комментариях, кто смотрел, а кто не смотрел. Если кто-то не смотрел, он про, а если кто смотрел, он нубик. Да, и если кто-то смотрел, он победил, а если кто-то не смотрел, он проиграл, вот. В общем, скажите и напишите в комментариях, вот. Сейчас надо положить снова уголек.
В нашей... Давайте сделаем наковальню. Ну, давайте. Сейчас для этого... Да. Сейчас положим наверх наш верстак и будем уже тут жить. Да? А давайте сейчас Сокулик меня научит играть в Майнкрафт. Да, сейчас научу обязательно. Вот, сейчас сделаю железный блок. Это так делается наковальня. Вот. Надо 3 железных блоков. И обычные железки, вот. Вот так. Все, блоки получились. И теперь супер круто! И еще железки переплавились. Вон наковальню можем крафтить. Так, нажимаем сюда. И где рецепт? Тут должен вроде бы появиться рецепт наковальни. Где он? Вот он. Вот наша наковальня. И так. И берем. Вон наша наковальня готова. И где будем ложить ее? Давайте, ну где? Ну да, сюда. И можем тут уже все чинить, чаровать. Ну давай железную. Ну нет, давай. Пока что не будем ничего чаровать. Я особенно хочу зачаровать. Знаете что? Что? Сейчас подумаем, что будем сегодня чаровать. Потому что у меня... Я хочу... железную... У меня же 3 железа. Можем зачаровать лопату. Или нет? Я хочу алмазную медь. Ну, это же... Может, давай сделаем новые железные? А у херабринах обычные мечи. Так что сейчас переплавим новые... Поставим новый уголь. И подумаем, как нам надо сделать так... А, у меня же дерева нету. Капец. Ну, может, каменные зачаруем? А может, железные? Таким образом, у меня есть идея. Мы скрафтим ядерную бомбу, да? И потом... У нас здесь много-много динамитов. Мы скрафтим ядерную бомбу. И потом будем делать все, что захотим. Я не понимаю, когда наши деревья вырастут. Ну, хоть наконец-то. Не понимаю, а можно я сейчас буду управлять человечком? Давай ты будешь мышкой управлять. Ну, мышка тоже круто. Я уже... На, бери мышку. Давай, все, я буду этим. Я тоже хочу. Ну и ладно, все. В общем, давайте, сейчас будем с кем-то воевать. Берем, загляните, надо печку. Обязательно берем все железки. И сейчас надо скрафтить себе все, что схотим. А у нас тут... Так, а что будем крафтить сегодня? Нет, о, давай ничего. Берем один уголь. Да, и зачем он? Зачем? Факелок, что ли? А, переплавлять. Один только. Чтобы... И будем потом выращивать кактус. Можно я выращивать буду? Все. Да. Она еще переплавляется. Можно я буду положить? Сейчас положу кактус, и будет у нас как раз здесь песок и кактус. Сейчас будем окрасить или готов. Сейчас будем выращивать кактусы. Да? Да, я выращу. Сейчас... Надо положить. Давай, бери песок и смотри. Я хочу не сюда положить, не сюда. Повернись, иди туда немножко. Все, ложи вот на это место. Вот на это, на середину. Давай. Берем кактус и вставляем. Все, мы посадили кактус. И у нас это будет располагаться там кактусная ферма. Нужна вода. Вода зачем? Что прошло? Да. Сейчас посмотрим, что еще будем крафтить. Лава это очень. Главное лаву и наши херабринские ресурсы не потерять, потому что они могут быть. Динамит будем крафтить? Нет. Ну что? Давай если это... бы были палки. О, мы можем скрафтить каравай. У нас я знаю, как да, скрафтится шерсть. Но нет, не крафт, пожалуйста, не сейчас, не крафт, не пожалуйста, не так, не крафт. Она не так крафтится. Ага. Только не будем сейчас крафтить, вот, потому что я не хочу тратить все нитки. Давай. А то будет не круто. Что будем делать? Ну давай, а чё, там все еще печка переплавится. А почему там ничего печки нету, она все равно переплавится? А может что-нибудь зачаруем? Нет, давай не зачаруем железо. Ты что, жалеешь это все? Да нет, просто
просто херабринов обычный меч. Ну и что? Ну а давай яблоко зачаруем. У херабрина уже золотое зачарованное яблоко. Только я буду чаровать. Только не берешь. Надо для начала посмотреть, как она выглядит потом. Хорошо? А то если оно будет обычным выглядеть, не будем брать, хорошо? У нас только всего лишь одна книжка. А сейчас бери книгу. Бери книгу. Чего ты делаешь? Вставляй на середину. Только не бери яблоко, не бери яблоко. Давай, вставляй. Вставляй сюда. А, нет, оказывается, она выживание. Мы так долго с тобой колдовали, да? А теперь поставь книгу на место, где был. А мы зачаруем. У меня есть идея. В общем, бери один камень и вставляй сюда. Мы будем чинить нашу каменную кирку. Да? Вставляем и берем нашу каменную кирку. Мы починили, только мы ее не смогли до конца. Давай починить. Много сделаем. О, эй, ты что? Ты что? У нас один камень остался. Нужно мне? Сейчас. Нет, стоп, сейчас отдам. Смотри, надо так и так, все. Три камня хватит. И берем. А мы-то не сможем ее починить. Давай тогда. А ну-ка попробуем так. Опа, а там можно. А почему не смогли просто так зачаровать? Так, требуется. Все. Я не смогу больше зачаровать. Ну, думаю, столько хватит. Дай! Все, берем и отключаем эту компанию. Оно еще. А утро наступило. Утро наступило, нет, к сожалению. А что будем сегодня добывать? Давай пойдем искать. Давай накопаем несколько камешка, а мы уже найдем железо. Давай. Да. Где так, камень? Где? Там железо. Так, в общем, у нас оно есть. Берем кирку. Так, вот наша подчиненная целая кирка. Все, пошли. Так, стоп. Повернись, пожалуйста. Будем тут добывать, наверное. Где-то тут вот. Так, противоположное место. Все. Вот в этом месте будем добывать. Все, в этом месте и будем добывать сейчас. Все, у нас самая целая кирка, да? Мы ее починили, да? Сейчас забудем несколько камешков много. Мы там долго с тобой колдовали и разливались. Ну, теперь мы не сможем его починить. Я ничего не вижу. Я тоже ничего надо не вижу. Надо факел взять. Стоп! Остановись. Я там что-то видел. А, нет, мне показалось. Показалось. Я знаю. У меня есть одна идейка. Бери тот факел. А как прыгнуть-то? Эй! Камень, оказывается, мешает. У нас теперь целая кирка, у нас она никогда не сломается, да, Вер? Угу. Все, а факел куда будем ставить? Давай вон туда. Эй, ты мы плиту взяли, какой еще факел? Эй, куда? Все, наконец-то. Теперь светло, нормальный свет, да? Давайте поищем железко и будем на этом серии заканчивать, вот, да? Да. Сейчас найдем железко и будем на этом серии заканчивать. Вот, а то мы с Верой уже устали, будем спать. Тут у нас уже кровати нет, будем на землю спать. Да. Херабрины тогда как бы не спят. Ну, в этом камне я не хочу копать. Давай будем вот в этом, где ты уже скопал. Вот, нет, вот тут вот. Где будут другие блоки, там не будем копать, да? Ух, железка мы не нашли. Ой, кирка хочет и сломаться, вот. А надо починить кирку. Пойдем починим кирку, да? Это ты камни. Вот, наковальню не помнишь, где она была? Да, я помню. Вон наковальня, вот она. Так, я знаю, как. В общем, берем берем кирку. А, опа, все, можем раз, да мне там 5. Мы уже так долго. Я знаю, зачем мы не можем ее забрать. Потому что требуется уровень 4. А у нас только 1. Надо добыть уголь. О, что-то. Надо для этого добыть уголь. Обязательно. Да. Значит, давайте берем вот это. Надо уровень 4. Тогда и мы наконец-то добудем. И наконец-то добудем. Починим нашу кирку. Еще и день наступил. Повезло, да? Да, Вера? Да.
А теперь, Лана, а это мы продолжим на следующей серии, да, Вер? Угу. А теперь будем прощаться. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и а также не забывайте подписываться. Если не подписывались, я вас взорву. Вот. И потом, если вам тоже кого-то понравилась серия. И всем пока-пока!